Старое здание ДК в Октябрьском было построено еще более полувека назад и, по сути, не видело капитального ремонта. За этот период оно полностью обветшало и пришло в негодность. Решение о строительстве нового дома культуры было принято в позапрошлом году в ходе встречи главы Карачаево-Черкесии с местными жителями. Это, конечно, очень большое событие. У нас культурная жизнь была застопорена на 3-4 года. И, ну, надеемся, уже мы пойдем вперед, будем развивать по полной мере, как надо, Дом культуры. То есть будут разные кружки, надеемся, что и дети, все будем это самое плотно заниматься этим. Библиотека у нас будет, у нас большая очень библиотека. Важно отметить, что Дом культуры построили в сжатые сроки. Подрядчикам поставили задачу уложиться в полгода. И миссия была исполнена. Строительные работы завершили без опозданий, их качество оказалось на хорошем уровне. У нас здесь монолитный фундамент с очень мощной подушкой железобетонной. Стены из блоков, монолитный каркас. Конструкция очень-очень надежная. Также красивый фасад, внутри отделано все плиткой, стены декоративной штукатуркой. В Доме культуры расположен концертный зал вместимостью в 250 человек, а также есть музыкальные и танцевальные помещения. К тому же планируется в ближайшее время завести необходимую мебель и оборудование. Немаловажным вопросом остается озеленение, которым должны заняться в следующем месяце. Остались буквально последние штрихи до начала работы Дома культуры. И скоро в этом Доме культуры запоют новые песни, разучат танцы и будут читать интересные книжки. Альбина Шаова, Мурат Кимрюгов, Архыз 24.